А казахстанцы продолжают обсуждать изменения в Конституцию. Референдум состоится 5 июня в воскресенье. Наши корреспонденты опросили граждан и узнали, что они думают об изменениях в главном законе страны. Если мы на референдуме поддержим новую Конституцию, у нас появятся возможности, что в стране что-то изменится. А так как, если вы активный гражданин, если вы хотите дальше жить и строить наш Казахстан, нужно пойти и сказать: ребята, корректируем Конституцию, уходим от суперпрезидентской, давайте жить, жена Казахстан, алга. Референдум – это возможность выразить всем гражданам свою точку зрения. И поэтому я призываю всех казахстанцев принять участие. Очень много поправок в Конституцию предлагается. Благодаря вот этим поправкам казахстанцы, я думаю, я просто уверен в этом, смогут почувствовать на себе те реформы, которые предлагает сейчас наш президент, и действительно сможем построить новый Казахстан. Если мы хотим быть в правовом развитом государстве, то мы должны поддержать эти изменения. Это очень важный момент. И, конечно, каждое участие каждого человека в политической жизни, например, то, что дали возможность партиям уже все на одинаковой основе, чтобы могли между собой конкурировать. Если действительно есть хорошая партия, почему за нее не голосовать? Почему бы не вступить за нее? Почему бы не поработать на будущее нашего государства и за наших детей?